Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Я на основном аккаунте продолжаю прокачивать карты, поднимать кубки. В общем, ну сейчас начало сезона, мне в принципе кубки не сильно важны. И сегодня у нас на очереди на прокачку, ребята, идет маленький дракончик. Многие под прошлым видео писали гоу пеку, гоу, чтобы я прокачал где пека. А вот на 8 уровень пеку я в принципе не против, ребят. Но вы знаете, я когда поиграл вот этой колодой, когда прокачал дровосека, ночную ведьму, я понял, что эта колода, ну блин, имеет будущее, и реально с ней можно взять высокие трофеи. И мне она нравится и заходит по большей части. Я уже выигрывал достаточно колод, которые очень часто встречаются. Собственно говоря, я хочу с ней играть и дальше. Поэтому я решил ее усовершенствовать и прокачать полностью. И сегодня прокачаю дракончика, а вот уже в следующем видео я прокачаю пеку. Еще раз повторю для новых зрителей. Значит, у меня пека доступна на 8 уровень, у меня доступна стража на 8 уровень. И все, да. Так вот, пеку или стражи в следующем выпуске апать, напишите и гоу 5000 лайков, подписывайтесь на канал, и следующий выпуск будет именно об этом. Ну что, ребят, 100 тысяч золота, понеслась. Раз, и дракошечка у нас 8 левела. Ну и, собственно говоря, предлагаю теперь не тянуть. Ой, как это красиво, осталось торнадо и ночную ведьму, и эта колода будет просто космос. Предлагаю перейти к онлайн-атакам. Ребят, кстати, давайте, ставьте ставки. Как вы думаете, проиграю я первую катку или нет? Потому что всегда на видео, всегда я вырезаю несколько первых атак, потому что они проигрываются у меня. Но я думаю, что если до этого момента вы смотрите до сих пор видео, да, то, скорее всего, я не вырежу, потому что я не проиграю. Но сейчас посмотрим. Так, пока у меня нету сборщика в начале, поэтому приходится что-то мудрить. Так, у парня тоже видим эпики 8 уровня. Давайте мега миньона, потому что мне кажется, что справа будет атака с хогом. Да, я был прав. Осталось сейчас правильно выбросить торнадо. Ну, почти правильно. О, да нет, слушайте, я вышку активировал. Это, собственно, у меня цели была. Ну, жалко, конечно, хог нанес урон. Так, я думаю, что он сейчас кинет фаер, либо она откроет... Ага, ну все. Так, окей. Теперь надо подумать. Ух ты, запнул. Он запнул моего мега-миньона. Ну что ж, мы ставим голема. Мы ставим голема. Сейчас пойдет 100% хок слева. Да. Мы здесь выбросим дровосека. Он справится с легкостью сейчас по-быстрому и с ледяным големом, а потом перейдет на хога. Отлично. Так, мы подбрасываем ночную ведьму. Смотрите, противнику сейчас как-то надо и слева дровосека дефать, и как-то еще справа. Ой, блин, пламенный, походу это мега миньон. Ой, какой мега миньон? Мега рыцарь, пламенный. И, короче, хог. Ну, старая мета колода, поняли, да? То есть, ну, слушайте, надеюсь, что затащу. Мы уже одну вышку снесли. Сейчас, скорее всего, будет на меня контратака. Хотя, нет, наверное, не будет контратаки. Главное уничтожить пламенного. Оп, почти, почти, почти. Так, смотрим, что у нас тут дальше. Давайте дракошку. Ну, хок будет? Да, хок будет. Сейчас придется как-то с торнадо его... Не, не получится с торнадо. Просто запнем. Просто зап. Все. Должен сейчас прилететь фаербол. Я поставлю голема на левую башню. Ну как, на левую сторону. А че он пламенного слева выбросил? Ну, нам как бы это хорошо... Потому что... Так, сначала ведьму не будем выбрасывать, потому что у него вообще фаербол есть. Так, давайте дровосека сюда. Так, спокойно это все сейчас должны задефать мы. Потому что у нас есть торнадо. Здесь мы выбросим... Так, тут зап. Зап, зап, зап. Ну ладно, вышку теряем. Однозначно... а может и не потеряем. Не, теряем. Сейчас должен мега найт быть. Ну, по идее. Потому что, ну... Мне кажется, там должен мега найт быть или нету его. Что-то очень странно, как-то очень противник, ну, странно играет. Ладно, нету меганайта, значит, забираем вышку. Ну и, собственно, это победа, пацаны, 11 секунд, у меня торнадо, у меня сборщик, как бы это Unreal. Unreal, бро. 4 секунды и первая победа. Отлично, у меня теперь просто имба-колода. Ну, конечно, я не всех так выигрываю. Конечно, там еще от цикла зависит. Ну, в целом, мне нравится колода, прикольная. Тем более, дракончик уже 8 уровня. Давайте посмотрим. Смотрите, рекорд у него, ребят, 5900. И у него меганайта не было, да. 2,8 элика у него дека. Что ж, продолжаем, продолжаем. Ну, если первая атака не проигрыш, значит, остальные, неважно, как будут, вырезать их не буду. Мега Старс. Знаю этот клан, много раз выходил.
Так, ну там такие нормальные игроки, поэтому сейчас посмотрим, что у нас тут будет за колода против меня. Так, ледяной голем. Ну, это, скорее всего, Хок, либо это, как его, арбалет. Так. Давай Хога, Хога давай. Да, хотя надо было дровосека на мушкетера, а на Хога торнадо. Это было бы намного эффективнее, бы я еще и вышку активировал. А так, смотрите, я Хога как бы задефал, но его пропустил в итоге. Еще мне надо как-то мушкетера. Ну, я не буду запать, потому что, ну, пускай дамажит, бог. Так, тут запнем, чтобы хоть одну тычку хотел сказать, нанес дровосек. Ну, ладно, ничего страшного. Летит на нас фаербол. Так, я вот думаю, по какой стороне атачить. Да, наверное, по левой стороне буду атачить. Приготовлю, он слил... этого ледяного голема, поэтому сейчас спокойненько перетащим Хогушку. Так, Хогушка, иди сюда. Так, тут у нас ночная ведьма. Так. Наверное, сейчас не буду пока пылить, потому что еще не двойной эликсир. Хотя, мне кажется, надо его давить. Мне кажется, его надо давить сейчас, так как если я закинул уже удочку, нужно, ребята, тянуть. Так, готовим зап на скелетиков. Давай скелетиков, я знаю, что будут сейчас скелетики. Зап, быстрей. Зап не надо было. Ну, надеюсь, мушкетер сдохнет. Нет, не сдох. Блин, ладно, пока не очень. Что-то заход. Поставить бы сборщик. Но если я поставлю сборщик, мне тогда Хога не задефать. 8 эликсира. Ну, вот сейчас уже на мегаминьона хватит. Но он, скорее всего, выбросит Хога с этим. О, с ледяным големом. Так. Торнадо попадает, Хог? Да, попадает, отлично. Так, хорошо. Хог 0 тычек делает. Это неплохо. Ставим голема. Ставим голема. Ну и сейчас, в принципе, должны сделать очень сильную пуш-атаку. Мне кажется, что он сейчас может поменять сторону. А нет, не меняет. Кстати, удивительно, потому что я сейчас только с помощью его от дефа, то есть я буду еще переходить в контратаку. Но он, видимо, фаербол подготовит чуть попозже. Давайте здесь дракошку выпустим, Теакс. И смотрите, с помощью торнадо сейчас всех сюда поближе. Вот сюда поближе, 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 поближе. Так, хорошо. Жалко дракона. Дракона жалко. Вот. Так, отлично. Голем доходит к вышке. Смотрите, мегаминьон живет. Живет мегаминьон. Так. Мегаминьона, по-моему, кто-то начал бить. Нет, нет, нет. Зап. И... победа, красивая победа, потная, но красивая. Ну, в конце просто реально тяжело. Вы видели, сколько мегаминьон нанес урона? Просто на лоу хп, пацаны. Это круто. И тоже парень 5800. А давайте посмотрим, какое место я теперь... четвертое место в Украине, отлично. В топ-200, конечно, я еще мира не зайду сейчас, потому что тут уже 4800 надо. Но последняя каточка... Блин, я что-то не верю, что я последнюю каточку затащу. Ну, посмотрим. Так, мне нравится, ребят. Очень нравится колода. И, блин, это... Ну, реально, с дровосеком еще пятым. Прикольно, буду с ней играть в этом сезоне. Возможно, еще какие-то потестирую. Так, следующая карта сборщик. Мне бы одну карту какую-то слить. Зап может слить. Ага, гигант. Против гиганта тяжело до двойного эликсира будет. Смотря еще, конечно, что за дека у него. Так. Угу. Давайте мегамуху. Блин, как-то... Ой, два принца. Я не знаю, как мне задефать. Давайте дровосека сюда. Но здесь в любом случае я потеряю, наверное, башню. Вот. Ну, может и нет, посмотрим сейчас. Нет, башню не потерял. Мне повезло, хотя... Урона пропустил я немало, пацаны. Так, вот мне просто вначале не повезло. Жалко, конечно, что мегамуху уничтожили. Так. Я не буду ни запать. Короче, пропускаю урон. Ой, пропущу много урона, ребят. Останется... Давайте, 1000 хп, я думаю, останется. Так, даже меньше. Раз, два. Да, на 3 тычки его хватило. 500 хп осталось. Ну что, я думаю, что забивать, наверное... Или на трешку. Слушайте, давайте идти на трешку. Хотя не знаю, вот если он сейчас тоже пойдет на трешку, забьет на деф. Я не задефаюсь, пацаны, однозначно. Ну блин, ну чё ты, не подбрасывай, дефайся. Я понимаю, что тебе сейчас легко забрать. Ты смотри на него, он на трешку пошел.
Значит, мне надо уничтожить сначала принца темного. Так, по-быстрому, дровосек, давай, давай, молодец. Так, тут у нас сейчас будет торнадо зап. Нет, без торнадо, просто зап. Просто зап, хорошо. Забираем его башню. Отличненько. И что там? Подбрасываем дракошку. Подбрасываем дракошку. Сейчас еще одна ночная ведьма пойдет. Так, замечательно. Ну и, в принципе, скорее всего, я победил. Потому что, ну, реально, он не задефает. Он уже весь эликсир слил. Блин, вот это, если бы дровосек сейчас выжил. Отлично, дровосек выживает. Пару тычек, дай дровосек. Спасибо, просто спасибо. От души. Ему, ребят, надо было дефать голема. Отличная игра. Блин, замечательно. Просто классно. Три победы. Вау, какой соперник нам подобрался. Я его затащил. Ну, блин. Зашибись, делаем скриншот. Это ведь 167 место в мире. 6400 кубка у парня. Блин, да реально колода классная. Реально, я не думал, что так она зайдет мне. Ну да, вы напишите, мол, конечно, с пятыми легами. Ну, блин, не знаю, я вот помню, у меня был фул аккаунт, я с пятыми легами играл, ну, то есть, не всегда они решают, то есть, иногда не заходит. А тут именно все хорошо, все классно. Блин, я доволен, ребят, честно, настроение очень классное. Я думаю, что в этом сезоне я сделаю какой-то, может, свой рекорд, не знаю. В общем, подписывайтесь, все узнаете в конце сезона. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я вам желаю удачи, ребят, удачных вам сражений. Пишите, какие вам колоды нужны, возможно, в скором времени отсниму пару бустов. Подписывайтесь на канал. Всего вам, ребят, хорошего, до новых встреч и всем пока.